aus dem Orchester, also wir wirklich nur 10 Leute rausgekriegt am Ende des Tages und eben die 10 sind hier. Und would you please stand up? I mean, thank you for having the courage to be on this tour. Thank you for being part of our family. We love you. All of these people are here for you. Und es war auch so, dass es meistens die Frauen waren, die wir rauskriegen konnten. Natürlich, wir geben nicht auf, aber trotzdem, das nächste Stück ist natürlich an den Frauen von der Ukraine gewidmet. Und das kann nur ein Stück sein, Wonder Woman. Мы не могли лететь, потому что все аэропорты в стране не работают, поэтому мы с еще одной оркестранткой, с Машей, мы взяли ее детей и просто поехали через Молдавию. Дорога была очень длинная, это была Молдавия, потом Румыния, потом с Румынии это был Бухарест, и мы уже летели через Франкфурт сюда. Это заняло много времени, но нам очень повезло, потому что все люди, как в Молдавии, в Румынии, там было очень много волонтеров, которые хотели помочь. Мы чувствуем, что мы едины с этими музыкантами, которые присоединились к нам, и мы являемся частью одной большой европейской семьи. Я чувствую это так. Я думаю, что музыка в любые времена — это очень важная часть нашей жизни, потому что она заставляет нас отвлечься от, например, таких ужасов, которые сейчас происходят. И я могу сейчас сказать точно, что мы здесь, и мы немного живем, чувствуем себя живыми, когда играем эту музыку. Я считаю, что музыка — это тот вид искусства, который во все времена объединял людей разных национальностей, разной веры, разных культур абсолютно. И, наверное, наш народ никогда не был таким объединенным и между собой внутри, и с другими странами. И поэтому мы очень счастливы, что нам удалось сейчас находиться здесь с вами и участвовать в таком потрясающем проекте, который объединяет еще больше людей.